раздела. Собственно, как я уже сказал, Systemd в 2010 году вытеснил другие службы и стал наиболее популярен. И рассмотрим его преимущества. Он контролирует состояние службы, реакции на состояние изменения. Сокет активной и щель-аддиктивной службы, которые иногда приводят к лучшему распределению взаимозависимых служб. И также это использование cgroups для отслеживания служебных процессов. Systemd довольно популярная подсистема, и во многих дистрибутивах он уже установлен по умолчанию. Например, он стоит по умолчанию в Debian, Red Hat, начиная с 7-й версии еще, Ubuntu. Это все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо. Так чем она принципиально лучше, чем предыдущие системы все? Можете сказать? Ну, в первую очередь, то, что она работает быстрее. Почему и быстрее? Меньше ошибок. Потому что она принудительно делает распараллеливание процессов, и, соответственно, система быстрее запускается. А нужно ли это, если сервер запускается раз в 10 лет, то по сравнению с 10 годами несколько секунд как-то не играет никакой роли? Спасибо, спасибо. Следующий, Васина. Есть, вы меня слышите? Да, вы меня слышите? Да. Секундочку. Так, поделиться. Рабочий стол или окно, да? Рабочий стол нужно шарить. Рабочий стол. Угу. Так, видно? Пока только да, все, давайте на весь экран пускайте. Угу. Да, моя тема — система инициализации SystemV. Про этапы моего выступления. Расскажу про определение системы инициализации в общем, про принципы работы SystemV, ее основные возможности, достоинства и недостатки. SystemV или SysVInit была первой коммерческой системой инициализации, разработанной... Вообще, конечно, это System 5. Но их там столько раз их переделывали. Это латинская цифра 5, 5. Хорошо. Ну, все равно читается везде, как SystemV, да? Вы можете ссылку дать? С произношением таким. В Google переводчике это не считается. Нет, я извиняюсь, это же Рабинович напел. Понял, да. Ну, давайте, продолжайте. System 5, да, или System 5 init. Была первой коммерческой системой инициализации, разработанной для Unix в AT&T еще в 1983 году. Подсистема инициализации запускает все остальные процессы. Работает как демон и обычно имеет идентификатор процесса 1, ответственный за запуск и остановку системы. Является родителем для всех процессов. Другие процессы могут тоже создавать дочерние процессы, но если родительский завершается, то его дочерние процессы, то для дочерних этих процессов родительским становится процесс инициализации. Почти все дистрибутивы Linux изначально использовали именно System 5. В процессе загрузки после инициализации ядра, как правило, запускается первый процесс sbin init, как первый процесс пользовательского режима. И init отвечает за дальнейшую загрузку системы. Основная информация для запуска, как правило, размещается в etc initab. Initab — это текстовый файл, каждая строка которого, по сути, это одна команда или какое-то правило поведения.
рассмотрим пример файла etc initab. В начале каждой строки стоит метка, потом может стоять либо уровень загрузки, либо пустое значение. Дальше идет некоторое действие, например, wait, respawn, system init, или еще, может быть, control-delete. Вот в первой строчке описан терминал и его конфигурация по умолчанию. Для того, чтобы определить run-level по умолчанию, init ищет эту строчку с ключевым символом init default. Здесь это режим загрузки 5. То есть, да. Следующая инструкция сообщает как раз-таки init, что скрипт etc rc system init должен быть выполнен при инициализации системы и стоит раньше всех других. Далее описываются уровни инициализации. В нашем случае init знает, что по умолчанию run level 5. Кроме того, он знает, что для входа в run level 5 он должен запустить команду wait etc scd rc 5. Программа запуска называется rc и запускается с номером уровня в качестве параметра. Сама эта программа, она достаточно простая, init умеет читать построчно, читать свой файл и стартовать новые процессы, запуская какие-то вспомогательные подпрограммы. Программа RC, она тоже достаточно простая. Этот скрипт выполняет все файлы в каталогах, соответствующих уровню загрузки. Там они могут быть начинаться с буквы K, kill, убивать процессы, или S, стартовать новые процессы. Так, про уровни выполнения. По сути, чем выше номер уровня, тем больше у него функций. В основном самыми главными и основными являются три уровня. Это нулевой, первый и шестой. Нулевой – это полное выключение системы. Первый – это однопользовательский режим. И шестое – перезагрузка. В общем-то, можно простота именно этой System 5 в том, что можно дополнять тоже, опять же, свои любые уровни загрузки. В некоторых встречается и 9 уровней загрузки, и давать им, как бы, что мы сами захотим. Init также отвечает за перезагрузку, респон некоторых программ, которые являются единственным процессом, способным к перезапуску. Программа MinGetty это умеет, в общем, работать с виртуальным терминалом на персональном компьютере. В нашем случае, да, это второй виртуальный терминал, там, например, TTY2. Она умеет настраивать драйвер терминала. Ну, в общем-то, в качестве параметра получает имя устройства терминала. Если в каталоге etc init добавляются новые скрипты, то специальным образом отформатированные комментарии в начале каждого скрипта идентифицируют все другие скрипты, от которых зависит данный скрипт, а также каждый уровень run level, с которым должен быть ассоциирован данный скрипт. Команды и другие, как бы, сведения могут, ну, должны присутствовать в этих скриптах. Они определяются спецификацией, которая была, ну, представляет собой стандарт вот этих вот как раз комментариев, правил, по которым пишутся эти комментарии. Тут присутствуют такие ключевые слова на данном вот примере, как provides, require stop, default start, required start. Есть и другие ключевые слова. Ну, provides, например, означает, что означает логическое имя сервиса, представляемым данным скриптом инициализации. А default stop, например, означает уровни run level, на которых данный скрипт инициализации необходимо исполнить для остановки определяемого им скрипта. То есть здесь у нас default stop 0, 1 и 6. На каких уровнях все это должно происходить?
Основные возможности System 5. Написание файлов запуска службы на Bash, последовательный запуск служб, сортировка порядка запуска с помощью номеров и в именах файлов, команды для запуска, остановки и проверки состояния служб. Собственно, у System V основной достоинством является простота и все, наверное. И что касается производительности, то это очень медленная как бы вещь, потому что System V5 Init исполняет несколько скриптов оболочки в указанном порядке с целью достижения заданного уровня, run level, потом все это дело... В общем, да, много недостатков. Поговорим про недостатки. Собственно, чтобы для быстрой и эффективной загрузки очень важны следующие три пункта, которые отсутствуют в System V5. Да, минимизация, линейность и параллелизм. То есть мы не можем запускать наименьший набор необходимых как бы сервисов, мы выполняем все, запускаем все на выполнение, хотя многие вещи нам могут не понадобиться только в далеком будущем. Линейность как раз-таки присутствует, но она должна сочетаться с параллелизмом, а параллелизм... То есть нету понимания потребностей каждого конкретного скрипта в других сервисах. Плохой анализ зависимости... и отсутствует параллелизм, то есть максимальное расширение возможностей для одновременного запуска независимых сервисов. То есть у нас все идет по цепочке. Вот, это очень плохо и медленно. И подводя итоги, можно, значит, что сказать, что... В процессе запуска после инициализации ядра, как правило, запускается SBIN init как первый процесс пользовательского режима, и init отвечает за дальнейшую загрузку системы. И можно сказать, что в этой системе нет параллельной загрузки, системы зависимости, запуска по требованию и автоматического запуска здесь тоже нет. Но с момента разработки этой системы прошло очень много лет, практически три десятилетия, и поэтому на ее место пришли новые системы инициализации, а она, в свою очередь, послужила как раз-таки основой для написания новых систем. Все. Спасибо. Спасибо. Следующий, пожалуйста, Худицкий. Видно презентацию. Да, да. Здравствуйте. Тема моего доклада – система инициализации SystemD. Основная цель SystemD – иметь полный контроль над процессами во время их запуска и выполнения. SystemD поддерживает параллельную загрузку служб с заданными зависимостями, имеет собственную систему журналирования событий, имеет встроенный таймер выполнения задач. Распараллеливание запуска служб в процессе загрузки системы позволяет существенно ускорить запуск операционной системы. Основная единица управления – модуль. Одним из типов модулей является служба, аналог демонов. Набор процессов, запускаемые и управляемые средствами системы и изолируемые контрольными группами. SystemD оперирует специально оформленными файлами конфигурации, модулями или юнитами.
Каждый модуль отвечает за отдельно взятую службу, точку монтирования, подключаемое устройство, файл подкачки, виртуальную машину и тому подобные ресурсы. Существуют специальные типы модулей, которые не несут функциональной нагрузки, но позволяют задействовать дополнительные возможности SystemD. К ним относятся модули типа Target, Slice, Automount и ряд других. SystemD поддерживает следующие типы модулей. Target позволяет группировать модули. Service отвечает за запуск сервисов, служб. Также поддерживает вызов интерпретаторов для исполнения пользовательских скриптов. Mount отвечает за монтирование файловых систем. Swap отвечает за подключение файла или устройства подкачки. Таймер позволяет запускать модули по расписанию. Socket предоставляет службам поддержку механизма socket активации. Девайс позволяет реагировать на подключение устройств. Path управляет иерархией файловой системы. И другие, такие как AutoMount, который позволяет отложить интерпретирование файловых систем до фактического обращения к точке монтирования. И Slice, который отвечает за создание контейнера cgroups. А внутренняя структура файлов модуля организована с помощью разделов. Раздел обозначается двумя квадратными скобками с именем раздела, заключенного внутри. Каждый раздел продолжается до начала следующего раздела или до конца файла. Рассмотрим каждый из разделов по отдельности. Раздел Unit используют для определения метаданных устройства и настройки отношения устройства к другим устройствам. В самом конце файла расположен раздел Install. Он является дополнительным и используется для определения поведения модуля и того, включен он или отключен. Остальные разделы, такие как Service, Socket, Mount, Aftermount, Swap, Path, Timer, Slice используются модулями соответствующих типов. Помимо простого запуска и контроля служб, SystemD предлагает некоторые другие удобные функции, для использования которых ранее приходилось прибегать к помощи дополнительных программ-демонов. Среди таких функций сокет активации служб, запуск сервисов по расписанию, работа с аппаратным сторожевым таймером, смена корня, автомонтирование томов и сетевых ресурсов, служба журналирования, анализ скорости запуска служб и UEFI загрузчик. По сравнению с традиционной системой инициализации в стиле System 5, SystemD дает преимущество в следующем. Контроль состояния службы, реакция на изменение состояния, сокет активной и шина активной службы, которые могут привести к лучшему распараллеливанию взаимозависимых служб. Использование контрольных групп для отслеживания служебных процессов вместо идентификаторов процессов. Это означает, что демоны не будут потеряны даже после разветвления в другие процессы. SystemD используется по умолчанию во многих дистрибутивах. Например, в Debian версии 8 и выше, в Red Hat Enterprise Linux версии 7 и выше, CentOS версии 7 и выше,
Ubuntu версии 15.10 и выше, Fedora версии 15 и выше и другие. Также systemd доступен в Debian версии 7. Дистрибутив имеет пакет systemd в главной ветке. Gentoo предоставляет пакет systemd в стабильной ветке. Также в большинстве дистрибутивов оставлены другие системы интеграции как опциональные, и пользователи могут перейти на них. Частично компоненты systemd были использованы в Ubuntu 13.04, а именно такие компоненты, как hostnamed, localhost и timenamed. Начиная с версии 16.04 Ubuntu переведен на systemd по умолчанию. Из мобильных операционных систем systemd используется в Sailfish OS. Но systemd используется не во всех дистрибутивах. Например, systemd последовательно не используется в Slackware и Void Linux. А дистрибутивы LES systemd и Devon позиционируют отказ от systemd как основную особенность. Подведем итоги. Systemd – это широко используемая система инициализации и управления службами в Linux, позволяющая иметь полный контроль над процессами во время их запуска и выполнения, и поддерживающая распараллеливание запуска служб. Это все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Уварова попросим. Да, здравствуйте. Сейчас. Здравствуйте. Все хорошо, видно, да? Да, давайте на весь экран. Секундочку. Интересно, у меня не спускается. Все. Да, давайте. Здравствуйте, сегодня я расскажу вам про AppStart. AppStart – это система инициализации операционных систем, которая управляет запуском демонов в течение загрузки системы, их остановкой, а также управляет ими во время работы системы. Содержание. Я кратко расскажу основные понятия, опишу AppStart, расскажу про возможности, принцип работы, а также то, как AppStart работает. Демоны. Демон – это компьютерная программа в системах класса Unix, запускаемая самой системой и работающая в фоновом режиме без прямого взаимодействия с непосредственно пользователем. Первоначально AppStart была разработана для дистрибутива Ubuntu. Однако позже ее стали использовать некоторые другие, например, Fedora. Вот, AppStart была разработана как замена System 5 и нет. В Unix события — это сигналы или вызовы, инициирующие определенные действия. Наиболее общим примером события мы можем считать мониторинг процесса. То есть starting – started, stopping – stopped. Upstart делит рабочие процессы, то есть jobs, на задачи – task jobs и сервисы – service jobs. Сервисы могут работать в фоновом режиме. Также существуют процессы, которые работают до тех пор, пока их не остановят пользователи. Вот. И события обычно запускаются с помощью процессов, однако администратор может запустить их вручную с помощью данной команды, которая написана в последней строчке. Возможности AppStart. Задачи службы запускаются и останавливаются по событиям, и события генерируются задачами и службами. События могут быть приняты от любого процесса системы, и службы могут быть перезапущены, если они были завершены. Взаимодействие с демоном init посредством debus также осуществлено в AppStart. И также в AppStart мы можем организовывать события. Принцип работы.
Традиционный процесс инициализации обычно был ответственен только за компьютер в нормальном рабочем состоянии после включения питания или предотвращал закрытие услуги перед отключением. В результате этого конструкция строго синхронизировалась, блокируя будущие задачи, пока текущая задача не была завершена. Также задачи программы должны были быть определены заранее, так как они ограничивают этим подготовительную стадию или очистку функции. И это оставляет его не в состоянии обрабатывать различные не стартап задачи на современном настольном компьютере. И вот пример данных задач. То есть добавление USB-флеш-накопителей и других портативных устройств хранения либо сетевых устройств во время, как компьютер работает. Обнаружение, сканирование новых устройств, хранение данных без блокировки системы, особенно когда диск не может считываться даже без питания до тех пор, пока не будет сканироваться. Загрузка прошивки для устройства, которая может потребоваться, произойти после того, как она была обнаружена, но прежде чем она может использоваться. Abstract-модель позволяет ему реагировать на события асинхронно, пока они генерируются. Вот примерно так выглядит схема работы Abstract. Abstract, как я уже и говорил до этого, работает асинхронно. Он обрабатывает запуск задач и служб во время загрузки и остановки их во время завершения работы. Также контролирует задачи и услуги в то время, как система работает. Abstract имеет легкий переход и совершенную совместимость с System 5 и нет. И это было непосредственными целями проекта. Соответственно, Abstract может запускать немодифицированные скрипты System 5 и нет, таким образом выделяя себя на фоне других замен, например, как Systemd и OpenRC, которые, как правило, берут на себя и требуют полного перехода для правильной работы и поддерживают смешанную среду традиционных методов запуска. Abstract позволяет расширить возможности своей модели за счет использования init. Отдельные события или мосты событий для интеграции многих событий, либо более сложные события. Вот. Также по умолчанию Abstract включает мосты для розетки, dbus, udev, вот, и также некоторых файлов, некоторых событий dconf. Кроме того, большинство мостов Abstract также возможно. Вот, и как итог, я бы хотел сказать, что Abstract на время своей разработки была передовой системой, которая превосходила System 5 Init, хоть и была разработана на ее основе и была полностью совместима с ней. Однако сейчас данная система признана устаревшей, потому что вышли куда более производительные замены в лице, например, той же Systemd. И поддержка Abstract прекратилась за 2014 года. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Следующий Исаханян, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Сейчас. Видно презентацию? Пока нет. Да. Угу. Давайте на весь экран. Сегодня я бы хотел поговорить о такой системе инициализации, как SystemD. Хотел бы дать определение, некоторые особенности рассказать, и какие бывают юнитсы, некоторые примеры основных команд и отличия от систем 5B. Что же такое SystemD? SystemD или же SystemDaemon — это новая система инициализации Linux, которая заменяет init в некоторых OS. Данная система разработана для улучшения работы зависимости между службами. Основной особенностью является то, что она позволяет делать больше одновременной работы при загрузке системы, что позволяет существенно ускорить запуск операционной системы. Это не только инициализирующий процесс, поддерживающий огромное количество возможностей, но и набор инструментов,
для управления службами и этими возможностями и систем. Основной целью системы D — это иметь полный контроль над всеми процессорами во время их запуска и на протяжении всего выполнения. Да, после того, как мы дали определение, я бы хотел рассказать некоторые особенности системы D. Это понятный, простой, эффективный дизайн, параллельная загрузка служб на основе зависимостей, поддерживается завершение дополнительных процессоров, поддерживается собственный журнал с помощью Journal, поддерживается планирование заданий с помощью таймеров системы D, хранение журналов в бинарных файлах, сохранение состояния сервисов Linux систем D для возможного восстановления, улучшенная интеграция с GNOME, запуск сервисов по требованию. Данная система состоит из юнитов. Также хочу заметить, что каждый юнит может взаимодействовать между собой. Виды юнитов. Сервис выполняет запуск, остановку и перезагрузку служб. Также он может запускать систем V, скрипты. Сокет представляет службу поддержку механизма сокет активации. Девайс — файл конфигурации, который содержит правила UDEF и служит для обработки дерева устройств. Mount служит для монтирования файловой системы. Auto-mount дает возможность смонтировать файловую систему в автоматическом. Target позволяет группировать модули, воплощая концепцию уровней запуска. Таймер — это аналог cron и служит запуском юнитов по таймеру. Swap служит для управления файлами и подкачки. И pass управляет иерархией файловой системы. Хотелось бы привести пример некоторых основных команд системы D. Запуск служб. Нужно ввести систем start dummy service, остановку служб. Просто вместо start написать stop. То же самое команда, по сути. Чтобы показать список юнитов, которые завершились неудачей, нужно ввести systemstill-failed. Чтобы показать список юнитов, которые активны, нужно ввести команду systemstill-list-units-t-service. Чтобы просмотреть все допустимые юниты, это systemstill-list-units-files. Чтобы показать список всех запущенных юнитов, нужно ввести либо команду systemstill или systemstill-list-units. Чем же отличается систем D от традиционной системы инициализации? По сравнению с традиционной системой инициализации в систем 5, систем D имеет преимущество в следующем. Контроль состояния службы. Сокет активной и шиноактивной службы, которые иногда улучшают распараллеливание взаимозависимых служб. Использование SGROV для отслеживания служебных процессоров вместо идентификаторов процессоров. Это означает, что службы не будут потеряны даже после разветвления в другие процессоры. Ранее системным администраторам приходилось прибегать к помощи дополнительных программ, для которых удобные функции, для некоторых удобных функций. Однако SystemD, кроме простого запуска и контроля служб, предлагает эти функции как встроенные. Это такие функции, как сокет активной службы, она заменяет init, запуск сервисов по расписанию, замена cron, работа с аппаратным сторожевым таймером, замена watchdog, смена корня, замена crud, автоматирование томов и сетевых ресурсов, замена таких известных как mount и vstab. Journal still служба журналирования, систем D-анализ, анализ скорости запуска служб, и систем boot — это UEFI-загрузчик, замена grub. Так, где впервые и как использовался систем D? Частично компоненты систем D были уже использованы в Ubuntu версии 13.04, а именно такие компоненты, как Hostnamed, Localdit и Timenamed. А начиная с версии 16.04, Ubuntu был переведен на систему D по умолчанию. Из мобильных операционных систем систем D используется в Selfish OS.
В данном докладе мы узнали о SystemD, о ее достоинствах по сравнению с традиционными системами инициализации, особенностях и узнали некоторые основные команды. Большое спасибо. Большое спасибо. Следующий, Попова. Добрый день. Добрый день. Давайте, подключайтесь. Я приветствую аудиторию. Приветствую вас, Дмитрий Сергеевич. Да. Добрый день. Сегодня я бы хотела затронуть такую тему, присоединяясь, во-первых, к тем презентациям, которые уже были у моих коллег, и расскажем сегодня о системе инициализации SystemD. Затронем такие темы, как определение системы инициализации, сформулируем задачу и также особенность, посмотрим некоторые команды, также затронем разработку системы инициализации, поговорим о создании и опровергнем некоторые мифы. SystemD — это система инициализации и управления службами в Linux, вытеснившая в 2010-е годы традиционную систему init System 5. Задача SystemD — это запуститься после ядра системы и затем в заданной последовательности осуществить запуск других необходимых служб или утилит. Особенность SystemD — это запускать службы параллельно в процессе загрузки системы и использовать меньше скриптов. Это существенно ускоряет запуск операционной системы. Например, вы хотите запускать веб-сайт на своей машине в процессе начала работы, вам следует ввести команду запуска, с которой мы познакомимся далее. Сейчас рассмотрим некоторые команды для SystemD. Например, для запуска сервиса используется команда systemctl-stat, далее следует имя сервиса. Для остановки systemctl-stop, имя сервиса. Для перезапуска сервиса выполняется команда systemctl-restat, имя сервиса. Чтобы сервис стартовал в процессе загрузки системы, его нужно включить в список автозагрузки. Для этого используется команда systemctl-enable, далее следует имя сервиса. Если же наоборот нужно удалить сервис из автозагрузки, нужно ввести команду systemctl-disable, имя команды. Поговорим о разработке SystemD. Ленард Поттеринг из компании Red Hat представил свою личную идею по созданию init-системы для Linux. SystemD. Помимо Ленарда, в разработке SystemD активно участвовал Кей Сиверс из компании Novell. Также помогали представители компаний Red Hat, Intel и Nokia. Несмотря на то, что уже существовала популярная реализация от проекта Ubuntu, Upstart, Ленард Поттеринг решает разработать новую init-систему, и SystemD отличается от любой другой системы инициализации тем, что намеренно делает сложные вещи простыми. Эта система написана на двух языках. Это Python и C для операционной системы Linux. И создатели системы презентовали свою работу в 2010 году. В своем интервью Ленард Поттеринг опроверг некоторые мифы, часть мифов о SystemD. И самый популярный из них, главной целью SystemD является скорость. Это не так. Высокая скорость SystemD — это побочный результат дизайна и архитектуры проекта. Разработчики специально не занимались этим. Более того, программисты иногда предпочитают использовать более читаемый код, нежели быстрый. Второй миф — SystemD несовместима с shell-скриптами. Shell-скрипты — это набор команд, который хранится в файле. Сами разработчики SystemD не пользуются shell-скриптами в процессе загрузки, чтобы не терять преимущество данной системы инициализации. Но эта система позволяет запускать скрипты, написанные на любых языках программирования.
И третий миф — система systemd не модульная. Это не так. В сборочном скрипте конфига есть ряд ключей, позволяющих указывать, какие именно части systemd требуется собрать. И делаем вывод, выбор предоставляемых возможностей осуществляется на этапе сборки. Давайте в заключение вспомним важные пункты, связанные с системой инициализации. Данная система была создана командой разработчиков в 2010 году. Инициировал эту идею Ленард Поттеринг. Задача systemd заключается в активации после загрузки ядра необходимых процессов. И одно из преимуществ systemd — это одно из преимуществ данной системы перед старыми init-системами — это высокая скорость загрузки серверов, так как параллельная загрузка увеличивает производительность этой системы. И в завершении напомню, что systemd можно использовать с shell-скриптами, и эта система все-таки является модульной. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Надеюсь. Очень хорошо. Да. Комарова, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Так, видно презентацию? Пока еще нет. Да, давайте на весь экран. Добрый день. Меня зовут Комарова Ирина, и тема моего доклада — система инициализации systemd. Сначала давайте рассмотрим, как проходит процесс запуска компьютера. Включение компьютера запускает процесс загрузки. Первая часть загрузки связана с аппаратной частью компьютера, BIOS или UEFI, если рассматривать более современные компьютеры. Они проверяют базовую работоспособность программного обеспечения и загружают из заданного диска код и загрузочные записи. До этого этапа у всех операционных систем загрузка одинаковая. Дальше мы будем рассматривать на загрузчике GRAB2, это самый современный загрузчик Linux. И после загрузки он читает свои конфигурационные файлы и либо предлагает выбрать операционную систему для запуска, либо, если она одна, сразу ее загружает. После выбора операционной системы GRAB загружает ядро по умолчанию и образ init-ramfs или init-rd. Это файловая система дисковой структуры, соответственно, которые необходимы для начальной загрузки. Они обнаруживают модуль ядра, которые нужны для загрузки корневых файловых систем. И затем ядро загружает первый процесс. Раньше это был init, сейчас в основном это systemd. Именно о нем будет речь. Какую функцию выполняет systemd? Systemd — это родильный процесс для всего, что выполняется в системе. Он отвечает за все процессы и за то, чтобы привести систему в работоспособное состояние. Есть еще несколько систем инициализации, мы их просто вот упомянем. Это systemv init, upstart и runinit. Чтобы проверить, какая система инициализации установлена у вас, нужно ввести команду в консольную строку ps2-git1. Вот пример. У меня установлена systemd. Systemd отличается от большинства систем инициализации, поскольку включает в себя огромное количество возможностей. Например, это контроль состояния службы, реакция на изменение состояния, сокет активный, шин активной службы, который иногда приводит к лучшему распараллеливанию взаимозависимых служб. Контроль состояния службы, реакция на изменение... это я уже сказала. Использование CGroup для отслеживания служебных процессов. Вместо идентификатора процесса это означает, что демоны не будут потеряны даже после разветвления в другие процессы. То есть CGroup — это способ объединить процессы, чтобы использовать для них какие-либо правила или ограничения. Вернемся к работе systemd. Целью данной C является units, то есть юниты, которые представляют собой базовую единицу. Каждый юнит отвечает за определенное действие, и мы рассмотрим некоторые типы. Сервис. Данный юнит управляет службами, например, запуск, остановка, перезапуск. Девайс. Это как факт подключения какого-либо устройства. Таймер. Определяет таймер, который будет управляться systemd для задержки или запланированной активации. То есть при достижении таймера будет запускаться соответствующий блок. Slice группирует другие юниты в дереве cgroups.
позволяли иерархично задавать ограничения к используемым ресурсам. Mount – точка монтирования файловой системы. И Target – определяет, какие сервисы будут загружены и в каком порядке. Каждая загрузка компьютера проходит через Tuple Target, который ссылается либо на Multi-User Target, либо на Graphical Target. Multi-User Target – это режим, когда все службы работают, но доступен только интерфейс командной строки. А Graphical Target – это многопользовательский режим с графическим интерфейсом. Мы также можем посмотреть, какой уровень запуска установлен, стоит у нас по умолчанию с помощью команды System CTL Get Default. По умолчанию Graphical Target. Всего различают уровни запуска. High Target – это выключение компьютера без выключения питания. Power Off Target – это включение системы с включением питания. Emergency Target – это однопользовательский режим, службы не работают, файловые системы не смонтированы. Rescue Target – включает смонтированную файловую систему только с основными службами. Multi-User Target – все службы работают, но доступен только интерфейс командной строки. Graphical Target – многопользовательский режим с графическим интерфейсом. Это уже было, правда, сказано. Reboot Target – это перезагрузка. И вот различает уровни запуска. Уровень запуска можно изменить специальной командой. Это sudo systemctl setdefault multi-user target. И вот здесь приведен пример, как я изменила уровень запуска, ввела, соответственно, пароль и перезагрузила систему с помощью команды sudo reboot. И вот мы видим, что на втором скрине уже по-другому запустилась система, и даже когда я ввела логин, пароль, был доступ только к командной строке. Я еще раз ввела ту же самую команду, только теперь изменила на graphical target. Перезапустила также с помощью sudo-reboot систему, и вот уже смогла зайти как раньше. Вернусь к изначальному состоянию. Файлы, определяющие, как System D будет обрабатываться, обрабатывать юнит, можно найти в разных местах, каждый из которых имеет разные приоритеты и смысл. Вот здесь у меня небольшая отпечатка. Отпечатка либо должно быть написано один раз, либо System D System. Это все копии системных файлов системы. Файлы, хранящиеся здесь, могут быть запущены и остановлены по требованию, но только во время работы сеанса. Run System D System – это динамически создаваемые юниты. И ETH System D System – это юниты, созданные администратором, и они имеют самый высокий приоритет над другими. Я не раз упоминала System CTL. Это команда, которая управляет системными службами, отвечает за их запуск, установку и другие манипуляции. И одну такую команду мы уже рассматривали, когда узнавали уровень запуска по умолчанию. И вот я также хотела в завершении упомянуть некоторые команды SystemD. Например, SystemAnalyze позволяет узнать время, необходимое для загрузки системы. SystemAnalyze Plan позволяет узнать необходимое время для запуска каждого сервиса. И, делая вывод, мы узнали, как проходит процесс запуска компьютера, какую функцию выполняет SystemD, какие си бывают еще. Ознакомились с несколькими юнитами, их функцией и хранением в системе. Мы учились пользоваться уровнями запуска с помощью Target и узнали о systemctl и других командах. Это все. Спасибо. 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 Следующий Тарсунов. Здравствуйте. Да, здравствуйте, да, давайте. Видно? Пока нет. И сейчас. Так, да, давайте. Всем здравствуйте, всем привет. Сегодня я вам расскажу про систему инициализации Upstart. Содержание. Состоит в следующем. В определении, в выпусках, возможностей и инициализации. Определение. Upstart – это система инициализации ОС, которая управляет запуском демона в течение загрузки системы, их остановку, а также управлять ими во время работы системы. Она инициализирована на основе событий, разработана в Canonical и призвана заменять System 5 или же System V. Первоначально была разработана для дистрибутива Ubuntu, но затем стала использоваться и в других дистрибутивах Linux,
например, Fedora. Upstart отличается от других систем инициализации тем, что задачи и службы запускаются и останавливаются по событиям. Выпуски. Что говоря про выпуски? Их всего было 25 версий. Я вам расскажу про первую и вторую. Первый выпуск был 21 июля 2009 года версии 0.6.2. И последний выпуск был 4 сентября 2014 года версии 1.13.2. Возможности Upstart. Первое. Задачи и службы запускаются и останавливаются по событиям. Второе. События генерируются задачами и службами. Третье. События могут быть приняты от любого процесса системы. Службы могут быть перезапущены, если они были завершены. Пятое. Взаимодействие с демоном init посредством dbus. И последнее. Можно организовать свои события. Инициализация. Это очень важная процедура, лежащая в основе любой операционной системы на основе Unix. Она управляет сервисами и сценариями. Особенно инициализация важна для серверов, которые нуждаются в оптимизации производительности. И инициализация состоит из следующих этапов. Первое – загрузка сервера. Второе – запуск процессора init. Третье – запуск последовательности предопределенных задач. И что хотел сказать. Инициализация обеспечивает корректный запуск и отключение сервера. Все, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Баклашов, пожалуйста. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Видно? Да. Хорошо, начнем. Здравствуйте, уважаемые однокурсники, уважаемый Дмитрий Сергеевич. Сегодня я хотел бы рассказать вам о системе инициализации Upstart. Говоря о системах инициализации, нельзя упускать процесс загрузки системы, чтобы подробнее узнать, когда именно запускается система инициализации. При загрузке системы первым запускается BIOS, который сканирует все оборудование компьютера, проверяет наличие и работоспособность устройств, таких как жесткий диск, CD-ROM и так далее. Затем BIOS ищет MBR, Master Boot Record, который обычно расположен в первом секторе жесткого диска. BIOS подготавливает MBR, загружает все данные в оперативную память и выполняет их. Затем запускается загрузчик первой ступени. Первичный начальный загрузчик, хранящийся в MBR, представляет собой образ размером 512 байт, который содержит как программный код, так и небольшую таблицу разделов. Первые 446 байт представляют собой сам первичный загрузчик, который содержит как программный код, так и текст сообщения об ошибках. Следующие 64 байта представляют собой таблицу разделов, которая содержит запись для каждого из четырех разделов диска по 16 байт каждая. И в конце MBR располагаются 2 байта, которые служат для целей проверки MBR. Задача первичного загрузчика – отыскать и загрузить загрузчик второй ступени, то есть grab. После MBR запускается grab или Grand Unified Bootloader. Grab резервирует место в оперативной памяти для образа initrd, затем загружает туда этот образ. В этом образе содержится начальная файловая система, необходимые при ранней загрузке модули и утилиты. Затем загрузчик подготавливает ядро к загрузке и вызывает образ ядра.
Ядро запускает основную систему и общий менеджер ресурсов. ROM, процессор, жесткий диск. И вызывает процесс init, о котором сегодня и пойдет речь. Как мы уже поняли, система инициализации запускается после запуска ядра. Она работает как демон, имеет PID-1, а значит является родительским процессом для всех процессов в системе. И обыкновенно имеет 7 уровней инициализации. Нулевой остановка системы, то есть прекращение работы системы. Первый загрузка в однопользовательском режиме. Она дает суперпользователю командную строку и чаще всего используется при восстановлении системы. Второй – это загрузка во многопользовательском режиме без поддержки сети. Пользователи работают на разных терминалах и присутствует процесс аутентификации. Третий – загрузка в многопользовательском режиме с поддержкой сети. Запуск многопользовательского режима с поддержкой сетевых служб. Четвертый уровень на практике не используется. Пятый уровень – это загрузка в многопользовательском режиме с поддержкой сети и графического входа в систему. Здесь, в дополнение к уровню 3, производится также старт графической подсистемы X11. И регистрация в системе осуществляется также в графическом режиме. И шестой уровень – это перезагрузка системы. Система инициализации монтирует все файловые системы, загружает дополнительные драйверы устройств, запускает демоны и так далее. Далее перейдем непосредственно к системе Upstart. Данная система инициализации была создана Скоттом Джейсом Ремнантом в 2006 году для дистрибутивов Ubuntu для замены System 5. Но ей так и не суждено было стать основной системой инициализации. Система на данный момент признана устаревшей, обновления не выходили с 2014 года, а для дистрибутивов, на которых стоит эта система, планируется переход на более современную SystemD. И переходим к особенностям системы инициализации Upstart. Первой и главной особенностью данной системы в том, является то, что в ней задачи запускаются по событиям. Как же это происходит? В системе Upstart введено такое понятие, как задание или job. Задания читаются из файлов каталога etc init. Каждый файл в этом каталоге отвечает за запуск отдельного демона или сервиса и имеет расширение .conf. В файловых заданиях обязательно содержится информация о том, когда задание должно запускаться, определение start on, когда останавливаться, определение stop on и что запускать. Ключевые слова exec или script. Итак, когда же задание сработает? Upstart – это система инициализации, реагирующая на события. Поэтому после ключевых слов start on или stop on обязательно указывается событие или event, при наступлении которого начинает выполняться запуск или остановка задания. Сами события генерируются задачами и службами и могут быть приняты от любого процесса системы. Также события могут создаваться пользователем. Система Upstart автоматически перезапускает службы, которые неожиданно завершились, и взаимодействует с демоном init посредством dbus, системы межпроцессного взаимодействия, позволяющей приложениям в операционной системе сообщаться друг с другом. И большинство особенностей системы Upstart возможны благодаря интеграции ее с системой инициализации System 5. Спасибо за внимание. Спасибо.
Калинин следующий. Да, здравствуйте. Добрый день. А вот там в чате написали, что очередь пропустили. Мне как мне сначала ответить? Я не знаю, кто там. Хотите, вы не будете отвечать вообще? Не, я буду. Да. Я сказал, кому отвечать. Хорошо, хорошо. Так, видно, да? Да, да, давайте. Угу. Добрый день, меня зовут Тимур. Сегодня я расскажу вам про систему Upstart. Система Upstart представляет собой разновидность системы инициализации или системы управления службами. Для начала я скажу пару слов о том, что это такое. Система инициализации – это система, которая является первым процессом, запускаемым при старте системы. Она имеет индекс PID-1. Это первый и единственный процесс, вызываемый самим ядром операционной системы. Он является родительским для всех остальных процессов. Эта система, по сути, контролирует поведение ОС после ее запуска. Именно она отвечает за последующий запуск всех остальных процессов, обеспечивает взаимодействие между ними и заботится об удалении мертвых процессов. Также она отвечает за монтирование и размонтирование файловых систем, запуск сети и сетевых служб и удаление всех процессов перед выключением компьютера. Основным признаком систем управления службами является использование понятия Run level, то есть уровня выполнения, одного из возможных режимов работы. Всего есть 7 уровней. Уровень 0 – это остановка системы, hold. Работа системы должна быть прекращена на этом уровне. Следующий уровень 1 – это однопользовательский режим работы, когда система инициализирует минимум служб и дает единственному пользователю без проведения аутентификации командную строку. Зачастую этот режим используется для восстановления системы. Второй уровень – многопользовательский режим, когда пользователи могут работать на разных терминалах. Вход в систему осуществляется с процессом аутентификации. Третий уровень – многопользовательский сетевой режим. В отличие от предыдущего уровня, здесь уже осуществляется настройка сети и запускаются различные сетевые службы. Следующий уровень, четвертый, он не имеет стандартного толкования и практически не используется. Пятый уровень – это уже запуск графической подсистемы, где производится, собственно, старт графической системы, и вход осуществляется уже в графическом режиме. И шестой уровень – это перезагрузка системы. При включении этого режима останавливаются все запущенные программы и производится перезагрузка. Upstart – это система инициализации, изначально разработанная для дистрибутива Ubuntu, но позднее стала использоваться в других дистрибутивах, как альтернатива популярной на тот момент SystemVe. Первая версия выпущена в 2006 году, а последняя — версия 1.13 в 2014. На данный момент разработка новых версий системы приостановлена и производится только техническая поддержка уже существующих версий. А каков же принцип работы Upstart? Для каждого процесса в системе создается конфигурационный файл в папке etc и init. В этом файле содержится два блока, в которых определяются цель и автор процесса, то есть description и author, соответственно. Также он содержит команды, которые указывают upstart на то, когда файл должен начать выполняться и завершить свое выполнение, и сам скрипт с выполняемыми программами. Например, команда stop on shutdown, определенная внутри конфигурационного файла, будет говорить о том, что процесс необходимо завершить во время отключения операционной системы. Upstart делит рабочие процессы на задачи и сервисы, которые могут работать в фоновом режиме. Разница между задачами и сервисами в том, что сервис перезапускается при падении, а задачи нет.
Работа Upstart также тесно связана с таким понятием, как событие. Событием в данном контексте называется сигнал или вызов, инициирующий определенное действие. Процесс запуска событий называется реализацией. События запускают задачи и сервисы, и при этом сами события запускаются процессами. Но при необходимости пользователь может сам запустить их вручную с помощью специальной команды, которая имеет следующий синтаксис: initctl, init и имя события. Например, если у нас есть задача start on bounce exec echo bounce console output, то в этой задаче start on bounce указывает на то, что задача должна выполняться при поступлении события bounce. И тогда вызов события bounce, следующий код initctl emit bounce, вызовет эту задачу, и в консоль будет выведена bounced. У процесса в системе Upstart есть несколько состояний. Их последовательность представлена на слайде. Waiting — это исходное состояние процесса, starting — подготовка к запуску, pre-start — загрузка предпусковых задач, spawned — запуск разделов сценария, post-start — выполнение операций после запуска процесса, running — состояние, когда процесс полностью запущен, pre-stop — подготовка к остановке процесса, stopping — уже остановка процесса, killed — состояние, когда процесс остановлен, и post-stop — состояние, в котором производится очистка окружения после остановки процесса. Процесс считается запущенным с состояния post-start и остается таким до состояния pre-stop, в котором он уже готовится к остановке. После этого он останавливается и постепенно приходит в финальное состояние post-stop, в котором производится очистка системы. Общение между Upstart и другими приложениями и сервисами осуществляется системой DBus. Эта система работает следующим образом. Обычно она создает две шины – системную для обмена сообщениями между сервисами и сессионную или пользовательскую для обмена сообщениями между задачами. Каждое приложение, которое хочет работать с DBus, должно зарегистрировать свой сервис в демоне DBus. На шине каждое приложение имеет своего отправителя и адресата, и свой адрес. Все это дает системе большую гибкость. Например, программы могут подписываться на сообщение о подключении нового устройства. И все это происходит с помощью стандартизированного интерфейса DBus, что гарантирует полную совместимость. А возможность взаимодействия системы Upstart посредством шины DBus является несомненным преимуществом системы. В системе была предусмотрена полная совместимость с более популярной на тот момент системой System 5. Большая часть скриптов System 5 может запускаться и в Upstart. Таким образом, она отличается от большинства систем инициализации, таких как OpenRC, которые не поддерживают совместимость с другими системами. Несмотря на достоинства системы Upstart, на сегодняшний день она не так часто применяется. На данный момент разработка Upstart приостановлена. Она считается устаревшей, и в большинстве дистрибутивов устанавливается более современная система служб SystemD. Все. Спасибо. Спасибо. Жуланова, пожалуйста. Да, сейчас. Так, видно? Пока нет. Нет? Да, все пошло, да. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Жулана Маргарита, и я расскажу про систему инициализации OpenRC. OpenRC впервые была выпущена 5 апреля 2007 года.
это система инициализации на основе зависимостей, которая работает вместе с программой инициализации. Она полностью совместима со сценариями Gentoo, это один из популярных дистрибутивов Linux, но, тем не менее, может использоваться и в других дистрибутивах. Это альтернатива systemd для тех пользователей, кто хотел бы иметь больше контроля над своей системой и при этом не нуждается во всех компонентах, которые предоставляет и автоматически запускает systemd. Сравнение с System 5. SystemD приносит некоторые улучшения в System 5, и, как и другие системы инициализации Linux, она совместима с ней. Кроме стандартных возможностей System 5, в OpenRC поддерживается также поддержка зависимости служб, поддержка параллельного запуска служб, чего вот как раз говорили об этом, не было в System 5, и также она поддерживает настройку в отдельном файле. OpenRC доступна из репозиториев Majaro и устанавливается командой sudo pacman -s openrc base. После установки пакетов группы openrc base OpenRC будет загружаться по умолчанию вместо systemd. Справка по OpenRC. RC — это остановка и запуск служб на определенном уровне. RC service — это обнаружение и запуск служб с заданными аргументами. RC-статус — это отображение информации об уровнях запуска. RC-апдейт — это добавление или удаление служб на том или ином уровне запуска. А RunScript — это интерпретатор сценариев оболочки для служб. Дополнительные пакеты. Существует дисплейный менеджер. Для загрузки дисплейного менеджера должен быть установлен пакет Display Manager OpenRC. Например, чтобы использовать LightDM, нужно изменить строку Display Manager XDM на Display Manager LightDM. В итоге сервис XDM может быть добавлен в список запуска по умолчанию командой sudo rc update add xdm default. Звук OLSA. Можно установить пакет OLSA units OpenRC, чтобы OLSA автоматически запускалась при старте системы после установки. Тогда нужно запустить команду sudo rc update add OLSA sound default. Консоль кит. Можно установить пакет консоль кит OpenRC. Консоль кит поддерживает многопользовательские настройки, монтирование разделов неавторизованными пользователями и прочее. Также она дает возможность обычным пользователям, то есть не root, выключать и перезагружать систему, если рабочее окружение это поддерживает. OpenRC Desktop. Метапакет OpenRC Desktop. Desktop предназначен для установки большинства вышеуказанных пакетов. Прочее. Это приостановка или засыпание. Для приостановки работы и перевода в спящий режим через командную строку можно установить pmutils. Также может потребоваться пакет appower pmutils, если эти режимы не будут работать. Логирование. Логирование — это запись логов в файл. Логер можно выбрать из metalog openrc, syslog ng openrc или rsyslog openrc, установив пакет и задействовав соответствующий сервис. SCP — это усовершенствованный интерфейс с управлением конфигурацией и питанием. Это открытый промышленный стандарт. Первая задача SCP — это обеспечить взаимодействие между операционной системой, аппаратным обеспечением и BIOS-материнской платы. Для управления событиями можно установить и задействовать SPID OpenRC. Конфигурирование. Добавление сервиса в загрузку производится командой sudo rc update, это какая-то сервис и его уровень запуска. Удалить же сервис можно, соответственно, вместо add добавить del. Run levels. Это служба, задающая уровень выполнения. Они подразделяются на две категории. Внутренние уровни — internal run levels и пользовательские уровни user run levels. Внутренние уровни выполнения. Sysinit — это инициализирует систему, shutdown — отключает систему, и reboot — перезагружает систему. Пользовательские уровни выполнения — это boot — запускает все необходимые системы сервиса для других уровней, default — использует для повседневных, каких-то частых обыденных операций. Non-network используется, когда не требуется подключение к сети. И single — это, соответственно, однопользовательский режим.
Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо. Очень интересно, очень познавательно. Пожалуйста, Дуду и Ол. Есть Дуду и Ол, нет? Хорошо. Часовикина, пожалуйста. Так. Надо. Да. Часовикина, пожалуйста, да. Видно? Да, хорошо. Так, я сегодня расскажу про систему инициализации System 5. Ну, для начала начнем с того, что такое вообще система инициализации. Давайте я закрою окно, чтобы не шумели машины. Секунду, я вернусь. Все, вернулась. Так вот. В операционной системе Linux и других системах семейства Unix после завершения загрузки ядра начинается инициализация Linux-системы, сервисов и других компонентов. За это отвечает процесс инициализации. Он запускается ядром сразу после завершения загрузки, имеет PID 1 и будет выполняться, пока будет работать система. Процесс инициализации запускаются и другие процессы, которые должны быть запущены. Это родительский процесс для всего, что выполняется в системе. Другие процессы могут тоже создавать дочерние процессы, но если родительский процесс завершится, для дочерних процессов родительским становится процесс инициализации. За время развития операционных систем были созданы различные системы инициализации Linux. В разных дистрибутивах использовались разные системы. В данном сообщении поговорим о такой системе инициализации, как System 5. System 5 или Sys5 – это довольно старая, но до сих пор еще популярная система инициализации Linux на Unix-подобных операционных систем. Она была основой для создания многих других систем инициализации, а также первой коммерческой системы инициализации, разработанной для Unix в AT&T. Она была разработана еще в 1983 году. Почти все дистрибутивы Linux изначально использовали Sys5. Исключение было только Gentoo, которая использовала собственную систему инициализации, и Slackware с инициализацией в стиле BSD. Основные возможности Sys5. Написание файлов запуска службы на Bash, последовательный запуск служб, сортировка порядка запуска с помощью номеров в именах файлов, команды для запуска, остановки и проверки состояния служб. Никакой параллельной загрузки, системы зависимости, запуска по требованию и автоматического запуска здесь не было и в помине. С момента ее разработки прошло много лет, и из-за некоторых недостатков были разработаны другие системы для ее замены. Они хоть и имели новые функции и были более эффективны, но они были по-прежнему совместимы с Sys5. Теперь поговорим о выпусках. Первый System 5 Release 1, первая версия системы, вышедшая в 1983 году, была основана на System 3, ну, Free и Unix TS 5.0 от Bell Labs, включала редакторы VI и Cursis из BSD Unix. Работала на машинах DECVAX. Также была добавлена поддержка межпроцессорной коммуникации при помощи сообщений, семафоров и общей памяти. Вторая версия была выпущена в 1984 году. В ней были добавлены командная оболочка и SVID, а также введено понятие «основа для портирования» — «Porting Base», оригинальная версия, с которой начались все попытки переноса на другие машины. В третьей версии, вышедшей в 1987 году, реализованы Streams, удаленная файловая система RFS, разделяемые библиотеки и Transport Layer Interface TLI. Портом этого выпуска является, в частности, операционная система для рабочих станций Besta Bestix. System 5 Release 4.0 была анонсирована 1 ноября 1989 года и выпущена в 1990 году. Это был совместный проект Unix Systems Laboratories и Sun Microsystems и содержал технологии из Release 3, 4.3 BSD, Xenix и Sun OS.
Из BSD поддержка TCP, IP, CCH. Из SANOS интерфейс и виртуальные файловые системы, заменившие файл System Switch из System 5 Release 3. Сетевая файловая система, NFC, новая система виртуальной памяти, включающая поддержку MIMAP файлов, и новая система разделяемых библиотек. К другим улучшениям было KCH, совместимое с ANSIC, улучшенная поддержка интернационализации, локализации, двоичная совместимость, IBM, поддержка стандартов POSIX, XOpen и SVID 3. Также в 1990 году появился полный порт Server 4, в System 5 Release 4, так называемый Amiga Unix или Amix, сделанный в корпорации Commodore для семейства персональных компьютеров Amiga. Позднее исходный код ядра System 5 Release 4 был изменен и стал доступен как открытое программное обеспечение в рамках проекта Sun Open Solaris на условиях лицензии CDDL. Версия 4.1 добавлен асинхронный ввод-вывод. Выпуск 4.2 добавлена поддержка файловой системы Veritas, ACL, динамически загружаемые модули ядра и программные потоки LVP, то есть Lightweight Process. Далее, в середине 1990-х годов, вышел пятый выпуск System 5 под торговой маркой SCO Unix VAR 7 компании The SKO Group. Исходный код не использовался другими производителями. И также потом SKO объявила, что System 5 Release 6 будет выпущена в конце 2004 года. Предполагалось, что версия будет поддерживать 64-битные системы. Однако намеченный выпуск так и не состоялся. Ну и напоследок хочу сказать то, что в данном сообщении мы узнали, что такое система инициализации, для чего она нужна, а также смотрели один из ее примеров — система инициализации System 5, которая является одной из самых старых и основополагающих, ведь она стала основой для создания многих других систем инициализации, но и при этом по сей день осталась популярной и используемой. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Следующий — Дуду Лови. Здравствуйте, вы слышите? Да, слышим, но не видим пока. Ага, сейчас. Видите? Сейчас. Вы с приложения или с веб-браузера? Да, с приложения. Нет, ничего не видно. Ага, сейчас. А сейчас? Нет. Нет, вы не подсоединяетесь. Попробуйте, перелогиньтесь. Тогда Крицкий сейчас, пожалуйста. А сейчас. Давайте Крицкий выступит, а вы попробуйте разобраться со своим компьютером. Угу. Давайте. Рабочий стол. Давайте. Рабочий стол. Да. Видно? Да. Все. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я студент группы NPI BD. И сегодняшняя тема моего выступления – система инициализации, а конкретно система инициализации SystemD. Сначала мы разберем, что такое система инициализации в принципе. Потом поговорим немного о самом SystemD, о модулях, о основных компонентах данной системы инициализации. И под конец обсудим все преимущества и недостатки. Что такое система инициализации в принципе? Системах семейства Unix после загрузки ядра необходимо также запустить и загрузить ее сервисы и компоненты. И тут на помощь нам приходит как раз система инициализации, которая после загрузки ядра запускает другие процессы. И этот процесс, он родительский для всего, что выполняется в системе. Будет создано множество различных систем инициализации, такие как System 5 Init, Upstart и многие другие, в том числе и SystemD, который очень отличается от остальных.
Так, чем же SystemD так примечателен? Во-первых, это относительно молодая система инициализации. В 2010 году уже успела вытеснить традиционную init, и сейчас ее используют по умолчанию во многих дистрибутивах. Во-вторых, это система инициализации, которая параллельно запускает все программы, используя при этом средства, что идут вразрез философии Linux, то есть все сложное состоит из упрощенного. То есть она использует более сложные системы для инициализации. Единица управления в SystemD — это модуль или же юнит, каждый отвечает за свою отдельно взятую службу, и они являются неким аналогом демонов и определяют некую точку монтирования, либо устройство, виртуальную машину и прочее. На данный момент поддерживаются определенные на слайде списки модулей, типа модулей. Таргет, который позволяет группировать модули, воплощая в целом концепцию уровней запуска. Service отвечает за запуск сервисов, поддерживает вызов интерпретаторов для исполнения пользовательских скриптов. Mount, позволяющий, естественно, монтировать файловые системы. И Automount, который позволяет отложить монтирование систем до обращения к точке монтирования. Swap, отвечающий за включение файла или устройства подкачки. Таймер, запускающий модули по расписанию. Socket, предоставляющий службам поддержки сокет активации. Slice, который отвечает за создание контейнера C-Groups или же контрольных групп. Изолированного у нас набора вылетела процессов. Презентация и не показывается. Сейчас. Видно, да? Да, давайте. Вот. Slice, отвечающий за создание C-groups или же контрольных групп. Device, позволяющий, отвечающий за реакцию на подключение устройств. И path, управляемый иерархией файлов системы. Далее мы поговорим о самих компонентах SystemD, но конкретно об основных, которые, приведенные сверху SystemD утилиц. Сама систем CTL, отвечающая за самоуправление SystemD. Journal CTL, который выводит журнал SystemD и заменяет syslog. Notify, который уведомляет систему о запусках того или иного демона или сервиса и об изменении этих самих процессов. Analyze, которая показывает состояние процесса загрузки. CGLS и CGTop отвечают за контрольные группы. Первая позволяет просто найти процессы, связанные с той или иной группой, а CGTop позволяет найти процессы контрольных групп, которые больше всего нагружают тратят ресурсы системы. Login CTL, позволяющая пользователю получить информацию о том, какие пользователи находятся в системе в данный момент. И Endspawn, позволяющий задавать изолированные следы. Так, суммируя все вышесказанное, можно вынести несколько преимуществ использования SystemD. Во-первых, эта система инициализации позволяет загрузить систему невероятно быстро благодаря распараллелению запуска служб. Также SystemD позволяет контролировать состояние системы, поскольку она отслеживает все демоны, процессы и их состояние. Также файлы модулей совместим с другими дистрибутивами без каких-либо изменений. Также SystemD есть функция, заменяющая дополнительные программы демон, такие как, например, сокет активации служб, который заменяет int-add, запуск сервиса по расписанию, который заменяет cron, работа с аппаратным стрижевым таймером, замена watch, док и так далее.
Также systemd использует контрольные группы для отслеживания служебных процессов вместо идентификаторов, что позволяет системе не терять демонов даже после разветвления на другие процессы. Но также из-за своих особенностей у systemd появились свои недостатки. Во-первых, из-за своей сложности и многокомпонентности появилась сложность в поддержке и отладке системы. Также был обнаружен не очень приятный баг. Система не грузилась, если юзер находился не в стандартном разделе. И также, несмотря на то, что у системы есть свой журнал, куда она записывает абсолютно всю информацию о всех событиях в системе, журналирование само происходит в двоичном формате. Так, что же можно сказать в итоге? SystemD по праву можно назвать самой быстрой системой инициализации, которую используют сейчас в наше время во многих дистрибутивах по умолчанию. Но из-за попыток SystemD взять на себя как можно больше обязанностей, что приводит к использованию более сложных и непонятных средств, из-за неоднозначного отношения пользователей к создателю SystemD Ленарду Петерингу, многие относятся к SystemD негативно. И дальше вы можете увидеть список дистрибутивов, где SystemD используется по умолчанию. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Давайте опять Дуду и Олу. Дмитрий Сергеевич, а можно уточнить насчет лабораторной, которую мы не сможем выполнить последние 15-е, и теста по 8-й лекции? А почему вы не сможете выполнить? Уже начнется зачетная неделя и не будет... У вас экзамены, не зачетная неделя. Следующая неделя зачетная, а через одну экзамен. Хорошо, не выполните, не получите за это баллы. Все. Угу, понятно, спасибо. Теперь видно, да? Да. Ага. Всем здравствуйте. Тема моего доклада «Система инициализации LaunchD». Содержание. Что такое LaunchD? Компоненты, список свойств, история и сокеты. LaunchD. Что такое? LaunchD — это система инициализации macOS с открытым исходным кодом, созданная для замены System 5 Init и System Starter. Процесс LaunchD имеет PID One и занимается тем, что запускает другие процессы и перезапускает их в случае сбоя, то есть выполняет функции init. Также он заменяет cron. Компоненты LaunchD. LaunchD имеет два компонента, LaunchD и LaunchSettle. LaunchD управляет демонами как на уровне системы, так и на уровне пользователя, как и Xint. И LaunchD может запускать демоны по требованию. Как и WatchDogD, LaunchD может отслеживать демонов, чтобы убедиться, что они продолжают работать. LaunchSettle — это приложение командной строки, которое обращается к LaunchD с использованием IPC и знает, как анализировать файлы, используемые для описания запускаемых заданий, и сериализовывать с их с использованием специализованного словарного протокола, который понимает LaunchD. LaunchSettle может использоваться для загрузки и выгрузки демонов, запуска и остановки запускаемых контролируемых заданий и статистики использования системы для дочерних процессов, а также для настройки параметров среды. LaunchD. У LaunchD есть две основные задачи. Первый — это загрузить систему, а второй — загрузить обслуживание сервисов. Упрощенный вид запуска системы macOS на PowerPC — это открыть firmware, активирует, open firmware, активирует, инициализирует оборудование, а затем загружает BootX. BootX загружает
ядро и загружает все необходимые расширения ядра. Ядро загружает LaunchD. LaunchD запускает различные скрипты, которые сканируют папку Launch Diamonds, вызывая Launch Seattle для инициализации демона. Затем LaunchD запускает окно входа в систему. Сценарий запуска просматривает несколько разных каталогов для выполнения заданий. Сканируется два разных каталога. Каталоги Launch Diamonds содержат элементы, которые будут запускаться от имени пользователя root. Обычно это фоновые процессы. Каталоги Launch Agents содержат задания, называемые агентскими приложениями, которые будут запускаться от имени пользователя или в контексте пользовательского пространства. Это могут быть скрипты или другие элементы переднего плана. Они могут даже включать пользовательский интерфейс. Все эти каталоги хранятся в типичных каталогах в библиотеках macOS. Launch Seattle это в LaunchD управление службами централизованных приложений Launch Seattle. Сам по себе Launch Seattle может принимать команды из командной строки, из стандартного входа или работать в интерактивном режиме с привилегиями суперпользователя. Launch Seattle может использоваться для внесения изменений в глобальном масштабе. Launch Seattle связывается с LaunchD через матч-специфический механизм IPC. Список свойств. Это тип файла, который LaunchD использует для конфигурации программы, когда LaunchD сканирует папку или задание, отправляется с Launch Seattle, он читает файл plist, который описывает, как программа должна быть запущена. Список часто используемых ключей. Лейбл строка, название работы по соглашению, метка задания совпадает с именем файла plist без разрешения, расширения программ. Строка «Путь к исполняемому файлу» полезна для простых запусков. Программ arguments – массив строк, представляющих команду Unix. Username – задание будет выполняться от имени данного пользователя. On demand по состоянию на 10.5 устарел с более мощной опцией keep alive. Run at load – логический флаг, определяющий, запускается ли задача сразу после загрузки задания launchd. Start on mount – логический флаг, определяющий, запускается ли задача при монтировании новой файловой системы. Query directors смотрит каталог для новых файлов. Watch paths смотрит путь к файловой системе на изменения. Start interval планирует выполнение заданий, указывает количество секунд. Start calendar interval планирование работы. Синтаксис похож на cron. Root directory задание будет помещено в этот каталог перед выполнением. Working directory – задание будет передано в этот каталог перед выполнением. Standard in paths, standard out paths, standard error paths – ключи для определения файлов для ввода и вывода для запущенного процесса. Low priority IO сообщает ядру, что эта задача имеет низкий приоритет при выполнении операций ввода-вывода файловой системы. Abandon process group – логический флаг, который определяет, будут ли подпроцессы, запущенные из задачи, запускаемой LaunchD, уничтожаться при завершении задачи. Session create – логический флаг, который определяет, будет ли создан сеанс безопасности для задачи и ее подпроцессов. История. Программное обеспечение было разработано и написано Дэйвом Заржицким, компанией Apple. Компания планировала заменить все следующие среды macOS: init, rc, initd script, rcd script, system starter, initd, xind, crond, edd, watchdogd. Большинство из этих вещей были отменены, когда LaunchD был представлен с macOS с 10.4 версии. История релизов для LaunchD. LaunchD 106 это
самая первая версия и самая последняя версия — это LaunchD 842.92.1. Сокеты. Имя каждого ключа в разделе «Сокеты» будет помещено в среду задания при его запуске, а файловый дескриптор этого сокета будет доступен в этой переменной среды. Это отличается от активации сокета в systemd тем, что, имея определение сокета внутри конфигурации, задание жестко запрограммировано в приложении. Этот протокол менее гибок, хотя он, как и systemd, не требует, чтобы демон жестко закодировал начальный дескриптор файла. Заключение. В данном докладе вы узнали о том, что такое LaunchD, истории LaunchD, компонентах, списках основных свойств и о сокетах. Спасибо за внимание. Спасибо. Уваров, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Всем здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о инициализации systemd. Сегодня я расскажу о том, что такое systemd, о демонах и других процессах, элементах systemd, видах units, управлении службами с помощью systemd, основными командами systemd и возможностями. Введение. Systemd — это подсистема инициализации и управления службами в Linux, вытеснившая в 2010-е годы традиционную подсистему init. Данная система разработана для улучшения работы зависимости между службами, позволяет делать больше одновременной работы при загрузке системы, тем самым уменьшает время загрузки. Systemd имеет простую эффективную логику. Она поддерживает параллельную загрузку служб с заданными зависимостями, имеет собственную систему журналирования событий, встроенные таймеры и выполнение задач. По своей сути, systemd является попыткой позаимствовать хорошие идеи, реализованные в LaunchD от Apple, где он заменил целую серию обработки событий, включая init, cron и imd. По сравнению с традиционной подсистемой инициализации в стиле systemv, systemd дает преимущество в следующем: контроль состояния служб, реакция на изменение состояния, сокет активные и шина активные службы, которые иногда приводят к лучшему распараллеливанию взаимозависимых служб. Использование CROPS для отслеживания служебных процессов вместо идентификаторов процессов. Это означает, что демоны не будут потеряны даже после разветвления в другие процессы. Демоны и другие процессы. Система инициализации должна запускать все необходимые демоны, фоновые процессы и службы, которые требуются для корректного функционирования операционной системы. Примерами являются процессы, предназначенные для показа экрана загрузки системы, а также аппаратного обеспечения вашей машины. Чаще всего данные процессы продолжают работать в фоновом режиме после запуска и называются демонами. Эти демоны управляют многими механизмами вашей системы, такими как механизм записи информации, системный журнал, механизм отслеживания событий подключения от отключения различных устройств, а также механизм обработки входов пользователей в систему. Для того, чтобы увидеть список всех процессов и демонов, которыми управляет система инициализации systemd в рамках вашей системы, следует использовать команду systemctl в терминале. После завершения инициализации системы ее процесс будет продолжать свою работу до тех пор, пока будет функционировать ваша система. Элементы systemd. Одним из основных элементов systemd являются юниты. Сейчас я объясню, что это. Юнит — это описание сервиса в текстовом виде, где указаны операции, которые должны быть выполнены до и после запуска службы.
Юнит — это описание параметров системы инициализации. Виды units. Service выполняет запуск, установку и перезагрузку демонов. Device — файл конфигурации, который содержит правила UDEV и служит для обработки дерева устройств. Mount служит для монтирования файлов системы. AddMount дает возможность смонтировать файловые системы в автоматическом режиме. Target — цели, которые ссылаются на другие юниты и служат они для запуска или активации устройств. Snapshot создает ссылки на другие юниты и дает возможность восстанавливать списки ранее запущенных служб. Таймер аналогичен службе cron и служит запуском юнитов по таймеру. Swap служит для управления файлами подкачки. И path — активация других служб на основе Unify. Управление службами с помощью systemd. Система инициализации может также использоваться для запуска служб и демонов. Например, давайте представим, что вы хотите запустить веб-сервер на своей машине при каждой ее загрузке. Вы можете сообщить systemd о том, что следует запускать демон httpd в процессе загрузки системы с помощью следующей команды sudo systemctl enable httpd. Если же вы хотите запустить веб-сервер прямо сейчас, вы можете сделать это также просто с помощью команды sudo systemstl start httpd. После того, как вы запустили службу, вы можете проверить ее состояние с помощью команды systemctl status httpd. Это всего лишь простые примеры команд для управления определенными службами с помощью systemd. Основные команды systemd. Запуск, перезапуск, остановки, статус сервера. Systemctl start name service, запуск сервера. Systemctl stop name service, остановка сервера. Systemctl restart name service, перезапуск сервера. Systemctl status name service, статус сервера. Добавить в автозагрузку и удалить с автозагрузки. Systemctl enable name service. Добавить в автозагрузку. Systemctl disable name service. Удалить из автозагрузки. Проверить, находится ли юнит в автозагрузке. Systemctl is enabled name service. Запретить запуск сервера и разрешить. Systemctl mask name service. Systemctl umask name service. Отобразить службы, которые не смогли запуститься. Systemctl state failed. Отобразить страницу руководства. Systemctl help name service. Применить конфигурацию после внесения изменений в описание юнита. Systemctl daemon reload. Возможности. Помимо простого запуска и контроля служб, systemd предлагает некоторые другие удобные функции, для использования которых ранее системным администраторам приходилось прибегать к помощи дополнительных программ демонов. Среди таких функций сокет активация службы, запуск серверов по расписанию, работа с аппаратным сторожевым таймером, смена корня, автоматизирование томов и сетевых ресурсов, и journal — это служба журналирования. System analyze — анализ скорости запуска служб. И все. Все, да, у вас? Да. Спасибо. Китаренко, пожалуйста. Здравствуйте. Да, давайте. Видно? Да, да, давайте. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Титаренко Анастасия, и я хочу рассказать о системе инициализации Upstart. Для начала мы разберем некоторые понятия, что такое инициализация и другие определения. Поговорим об особенностях Upstart и подведем итоги. Инициализация — это очень важная процедура, лежащая в основе любой операционной системы на основе Unix. Она управляет сервисами и сценариями. Особенно инициализация важна для серверов, которые нуждаются в оптимизации производительности.
Инициализация состоит из следующих этапов. Это загрузка сервера, запуск процесса и запуск последовательности предопределенных задач. Инициализация обеспечивает корректный запуск и отключение сервера. За время развития операционных систем были созданы различные системы инициализации Linux. В разных дистрибутивах использовались разные системы. Я расскажу об Upstart, удобной и производительной системе инициализации. Upstart — это система инициализации, которая управляет запуском демонов в течение загрузки системы, их остановку, а также управляет ими во время работы системы. Это замена системы инициализации init в Unix и Linux системах. Система Upstart разрабатывалась с упором на гибкость, потому предлагает множество подходов, которых нет в стандартных системах инициализации. Первоначально была разработана для дистрибутива Ubuntu, но затем стала использоваться и в других дистрибутивах Linux. В настоящее время признана устаревшей. Upstart делит рабочие процессы на задачи и сервисы. Сервисы могут работать в фоновом режиме. Разница между ними в том, что сервис перезапускается при падении, а задачи нет. Также существуют процессы, которые работают до тех пор, пока их не остановят пользователи с правами администратора. Введем некоторые термины. События — это сигналы или вызовы, инициирующие определенное действие. Наиболее общим примером состояния событий является мониторинг процесса. Процесс запуска событий называется реализацией. Как правило, события запускаются процессами, но в случае необходимости администратор может запустить их вручную с помощью определенной команды. Процессы системы хранятся в каталоге etc. init, а процессы пользователя в каталоге init. Рабочие процессы пользователя запускаются в их сессиях. Такие процессы не являются общесистемными. Все процессы, независимо от их вида, всегда определяются в конфигурационном файле, где их имя должно отображать сервис или выполняемую задачу. Каждая такая задача имеет начало своей работы, то есть запуск, и конец работы, остановку. Между ними находится ряд состояний. На данном слайде вы можете знакомиться с некоторыми состояниями. Waiting, starting, pre-start, spawned, post-start, running, pre-stop, stopping, killed и post-stop. Upstart — это гибридная система инициализации, она используется как System 5, скрипты запуска, так и файлы служб systemd. Большинство ее возможностей работают благодаря интеграции системы инициализации systemd. Особенности Upstart — это задачи службы запускаются и останавливаются по событиям, генерация событий во время запуска и остановки служб, события могут быть приняты от любого процесса системы, автоматический перезапуск служб в случае их незапланированной остановки, взаимодействие с демоном init посредством dbus, пользователи могут запускать и останавливать свои процессы и параллельная загрузка сервисов. Подведем итоги. Upstart — это система инициализации, которая контролирует запуск и остановку задач и служб в течение загрузки системы, управляет ими во время работы машины. Сегодня мы ознакомились с определением инициализации процесса события, а также системы инициализации Upstart и ее особенностями. Спасибо. 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 Пожалуйста, Таубер. Здравствуйте. Раз, раз, раз. Вышло? Подключайтесь. Меня слышно? Подключайтесь. Надеюсь, да. Итак, меня зовут Таубер Кирилл, и я вам расскажу про систему инициализации Upstart. Я расскажу, что это такое, система инициализации, для чего это надо. Расскажу принципы работы системы инициализации, выделю особенности OpenRC. И кратко сравню с другими init-системами. Что же такое и для чего нужна система инициализации? После загрузки системы BIOS-ом и grub-загрузчиком система запускает первый и единственный процесс. Это init-процесс, который имеет PID 1. Init-процесс запускается самим ядром и является родительским процессом для абсолютно всех процессов из user space, которые, в свою очередь, являются дочерними по отношению к init. Другие процессы также могут создавать дочерние процессы, но если этот родительский процесс завершается, для всех его дочерних процессов родительским становится init-процесс.
Система инициализации управляет запуском всех остальных процессов в системе, включая различные программы демона. Сноска. Демон — это специальная программа в Unix-системах, которая запускается самим ядром и работает в фоновом режиме. Демоны, которые используются операционной системой, также они созданы для обеспечивания связи системы с текстовыми редакторами, потому что OpenRC, все его конфигурации, они не в двоичном коде, как у SystemD, а в текстовом виде, построчная инициализация. Кроме этого, система инициализации чистит системную таблицу процесса. В случае, если процесс прекращает работу после системного вызова exit, он остается мертвым. То есть таблица заполнена, но процесс остановлен, но он занимает память. Для этого его надо детерминировать. Этим и занимается init-процесс. Будучи предком любого другого процесса, init-программа должна собирать информацию о состоянии завершения каждого дочернего процесса. И последняя, тоже немаловажная задача, init — это правильное отключение системы. Программа init должна завершать работу всех процессов и демонтировать все файловые системы. То есть программа shutdown, она не выключает систему, а лишь сообщает процессу init о необходимости сделать это. Основные принципы работы. После запуска init-процесса, который находится для OpenRC в sbin init, читается конфигурационный файл, который также можно перенастроить. Запускаются оставшиеся модули системы и управляют ею, основываясь на уровнях исполнения run levels. С помощью одноименной команды init можно настроить ядро Linux так, чтобы вместо стандартного sbin init можно было запускать и использовать другой файл. Но доступ к выбранной программе осуществляется только по пути sbin init или etcetera init или bin init, так как именно эти пути жестко зашиты в ядро Linux. Далее, init-процесс задает библиотеку системных функций, использующихся при запуске, завершении и определении номера процесса PID. Уровень исполнения представляет из себя режим работы операционной системы, характеризующий наличие в ней тех или иных функций. Чем выше номер уровня, тем их больше. Они сейчас на экране. Также администратор может переводить операционную систему с одного уровня выполнения на другой. Например, при помощи программы init 6 система перезагрузится. Стоит отметить, в определенный промежуток времени система может находиться только в одном состоянии исполнения, на одном уровне исполнения. Какие же особенности можно выделить у системы OpenRC? Во-первых, она работает как демон. Ну, многие программы работают как демон. Также она отличается встроенным функционалом, таким, который системы инициализации, как SystemD или Upstart, преподносят инновационными или как дополнительными пакетами для установки. В OpenRC это все уже встроено. Вшито и можно подключить. К примеру, существует поддержка запуска аппаратных сценариев инициализации, сегрегации и реализация объединения процессов в контрольной группе SIGROPS. Также данная система инициализации поддерживает зависимости процессов, параллельный запуск и настройку в одном отдельном файле в текстовом виде, в срочном формате. Реализация механизма изоляции различных подконтрольных групп построена на работе 12 подсистем для версии ядра 4.4.0.21, что обеспечивает образование иерархических групп процессов с заданными свойствами использования ресурсов аппаратной части системы. И это обеспечивается программным управлением всеми этими группами. Сами модули механизма контейнеризации можете увидеть на экране. Также краткий список самых используемых команд. Во-первых, для работы с OpenRC ее надо установить. Можно это сделать из уже работающей и установленной системы на SystemD с помощью первой команды. В этом случае система будет запускаться автоматически через OpenRC, не через SystemD. То есть произойдет замена автоматическая.
Дальше можно подключить модуль CUPS OpenRC и ряд рядовых и список рядовых команд, которые администратор будет использовать практически каждый рабочий день. Единственное, это последняя вот команда в моем списке, это установка частот процессора или частот оперативной памяти. Можно просто в текстовом формате изменить и применить. После перезагрузки будет все работать как надо. Таблица условного сравнения OpenRC с другими системами инициализации. Как можно видеть, OpenRC включает в себя все, что есть в этом списке. Вот. Также она может работать в параллельной загрузке с run и с running. Итак, система инициализации OpenRC хороший конкурирующий вариант как для Linux-новичков, так и для опытных пользователей. Стоит отметить, большая часть Unix-сообщества придерживается консерватизма, используя проверенную систему инициализации systemd. Но некоторые из них указывают на редкие статоры в работе системы. К примеру, ребут служб по 10 минут, вследствие чего копятся мертвые службы и в системной таблице процессов. Такое происходит очень в специфичных сценариях работы демонов. Но при этих же системных задачах OpenRC показывает себя как более производительная система в сравнении с systemd. Также известны случаи, когда системы с systemd открывали ненужные порты, что оказывало сильное влияние на безопасность данных пользователей. В целом OpenRC позволяет более гибко настраивать систему, позволяя администратору настраивать вручную большее количество параметров за счет удобной реализации внутренней архитектуры. Данная система имеет удобный и полезный пакет функций, как говорится, из коробки, который тяжело или проблематично ставится на другие init-системы. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Шиманаева, пожалуйста. Не слышно. Видно, но не слышно. А сейчас? Плохо, очень плохо слышно. Усиление поставьте на микрофон. А, так лучше? Да, так лучше. Спасибо. Так, здравствуйте, меня зовут Шаманаева Дарья, и я расскажу вам о системе инициализации LaunchD. Мой план выступления – рассказать, что же такое LaunchD, о его особенностях, структуре и показать схему работы. LaunchD – это система инициализации в Unix-системах с открытым исходным кодом, созданная для замены уже на то время устаревших систем. Она была написана Дэйвом Заржицким на языке C. Первый релиз состоялся 29 апреля 2005 года. LaunchD совмещает в себе много других программ, таких как Cron, Init и другие. LaunchD выполняет такие функции, как обработка инициализации системы, вызов системных сценариев, запуск элементов запуска и подготовка системы для пользователя. LaunchD по возможности загружает сразу несколько демонов, тем самым ускоряя работу системы. Ну, не то ускоряя, а просто сокращая время загрузки. LaunchD запускает демонов только тогда, когда это требуется системе. То есть так система минимизирует расход. После входа пользователя в систему LaunchD будет загружать и обслуживать только те сервисы, которые системе нужны в данный момент. И также для работы LaunchD используются такие папки, как LaunchDemons и LaunchAgents. В Demons содержатся демоны, то есть те программы, которые будут использоваться конкретно после загрузки системы, но до входа пользователя
ну, свою систему, и агенты, которые будут использоваться уже после входа. В LaunchD есть две основные программы. Это сам LaunchD, который управляет демонами, и LaunchCTL, который передает информацию, введенную пользователю, к LaunchD. И также благодаря LaunchCTL осуществляется разбор файлов, которые содержатся в папках, для более, ну, на понятной структуре для LaunchD. Схема работы LaunchD. После того, как загрузится ядро, начинается загрузка LaunchD. LaunchD отправляет, ну, запускает скрипты, которые сканируют папки с процессами, которые необходимо запустить, и также запускает LaunchCTL, который перерабатывает информацию в язык, который будет доступен LaunchD. После этого появляется окно системы. Далее, после входа в систему, LaunchD опять проверяет папки и запускает те процессы, которые необходимо запустить после начала работы с системой. Подведем итоги. LaunchD — это система запуска и поддержки процессоров системы. LaunchD включает в себя LaunchD и LaunchCTL, и при загрузке LaunchD вызывается ядром как первый процесс, и в дальнейшем вся система уже стартует с помощью непосредственно LaunchD. На этом все, спасибо. Спасибо. Ахматбаев, пожалуйста. Нету Ахматбаева, да? Пожалуйста, Козюлина. Так, да. У меня есть какие-то проблемы, можно я попозже отвечу? Ну, попозже. У нас по списку еще Алисова, я ее не вижу, и Ахматбаев, тоже его не вижу. А, ну, я сейчас есть... просто надо, написано, что надо перезапустить приложение, чтобы можно было шерить экран. Ну, так перезапускайте. Почему вы раньше не подготовились-то? Меня видно? Видно? Да, видно, давайте. Меня зовут... Только можно на весь экран слайды? А, но не на весь экран, да? Нет. Надо зашарить экран. Экран. А вот так? Да, хорошо. Так, меня зовут Козюлина Анна. Сегодня я бы хотела рассказать вам про систему инициализации LaunchD.
Для начала разберем терминологию, затронем историю создания, поговорим о компонентах и приведу некоторые свойства. Итак, некоторые термины. Открытый исходный код — это код, который можно изучать и изменять. Демон — это компьютерная программа в классах Unix, запускаемая самой системой и работающая в фоновом режиме без прямого воздействия с пользователем. Крон — это классический демон, использующийся для периодического выполнения заданий в определенное время. PID-1 — это уникальный номер, идентификатор процесса в многозадачной операционной системе. И процесс 1 обычно является процессом юнит, ответственным за запуск и остановку системы. Итак, что же такое LaunchD? Это система инициализации в macOS с открытым исходным кодом, созданная для замены System5 Init и System Starter. Процесс LaunchD имеет PID-1 и занимается тем, что запускает другие процессы и перезапускает их в случае сбоя, то есть выполняет функции init. Также он заменяет крон. Процессы, запускаемые после запуска системы, до входа в систему, записываются в каталог library launch daemons. Процессы, запускаемые после входа в систему, в каталоге library launch agents. В этих каталогах создаются файлы с XML-содержимым, которые управляют запуском процесса. Итак, история создания. Программное обеспечение было разработано и написано Дэйвом Заржицким в Apple. Компания планировала заменить Init, RC, Cront, WatchDogD, System Starter в среде macOS. И большинство из этих вещей были отменены, когда LaunchD был представлен с macOS X версии 10.4. В Launch есть две основные программы — LaunchD и Launch Seattle. LaunchD управляет демонами как на уровне системы, так и на уровне пользователя. LaunchD может запускать демоны по требованию. WatchDog LaunchD может отслеживать демонов, чтобы убедиться, что они продолжают работать. А Launch Seattle — это приложение командной строки, которое обращается к LaunchD с использованием IPC и знает, как инициализировать файлы, используемые для описания запуска заданий, и сериализировать их с использованием специализированного словарного протокола. А Launch Seattle может использовать для загрузки и выгрузки демонов, запуска и остановки запускаемых контролируемых заданий, получения статистики использования системы для LaunchD и его дочерних процессов. У LaunchD есть две основные задачи. Первая — это загрузить систему, а вторая — загрузка и обслуживание сервисов. Вот упрощенный вид запуска системы macOS X Tiger на PowerPC. Сначала это OpenWare активирует, инициализирует оборудование, а затем загружает BootX. BootX загружает ядро и загружает все необходимые разрешения ядра, gets. Дальше ядро загружают LaunchD. LaunchD запускает различные скрипты, которые сканируют папку Launch Daemons, вызывая Launch Seattle для инициализации демонов. Затем LaunchD запускает окно входа в систему. Сценарии запуска просматривают несколько разных каталогов для выполнения заданий, сканируются два разных каталога, каталоги Launch Daemons, и содержат элементы, которые будут запускаться от имени пользователя root. Обычно это фоновый процесс. И каталоги Launch Agent содержат задания, называемые агентскими приложениями, которые будут запускаться от имени пользователя или в контексте пользовательского пространства. Итак, небольшой список свойств. Свойства — это тип файла, который LaunchD использует для конфигурации программы, когда LaunchD сканирует папку или задание, отправляется с Launch Seattle. Он читает файл, который описывает, как программа должна быть запущена. Start on Mount — это логический флаг, определяющий, запускается ли задача при монтировании новой файловой системы.
что-то, что сложно прочитать, какие-то diaries. Это смотрит каталог для новых файлов. Каталог должен быть пустым для начала и должен быть возвращен в пустое состояние, прежде чем директория снова запустит свою задачу. WatchPath смотрит путь к файловой системе на изменения, может быть, файла или папка. И в заключение я скажу, что сегодня мы узнали, что же такое LaunchD, о компонентах и виде запуска. Спасибо за внимание. Спасибо. Значит, у нас сегодня не ответили Ахматбаев. Куда-то исчез. Здравствуйте. Кто это? Это Домингос Маурисио. Тот, который не захотел в прошлый раз отвечать. Но давайте. Можно на следующий занятие я... Если хватит времени на вас, тогда ответьте. Следующее будет точно по времени, потому что у меня после этого другая активность. Поэтому хватит времени, ответьте. Не хватит, не ответьте. Ну, давайте на следующее, да. Да, на следующее. Хорошо. Значит, Алисова, нету ее, да, и Ахматбаев нету. Ну, все. Значит, тогда спасибо, до свидания всем. До свидания.